Сыграем 10-минуточку перед сном. На сегодня пока 1-1 у нас. Рейтинг выше 1800 поднять никогда не удается. Но заплатить меньше, чем за 1300 удавалось. Попробую еще 5 минут поставить. Так, 9 минут, ну давай. 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 Сюда пока. Сюда. Угу. Сюда. Сюда. Вот те новость. Ну-ка, ладно, давай сюда. Меняться не хочет. Ну-ка, давай. Сюда. Угу. Давай сюда. Ну, надо, наверное. Разменяем. Блин, надо было, конечно, разгонять. Мышка дрогнула. Ладно, ничего страшного. Ничего. Так, идет гражданин в атаку. Так. Наверное, вон ты что, да? На пешку атакуешь, да? Ну, придется, наверное, все-таки так встать. Тук-тук-тук. Ну давай, будем потихоньку, наверное, размениваться. Что-то он тут стоит. Уж сильно хорошо. Так, хочет сейчас, наверное, выстрелить своего коня с атакой на ферзя. Давай, сюда придется встать. Понятно. Ну хрен с ним, давай заберем все равно. Так. Ходы, конечно, у него тут сильные, придется срокироваться все же. Пешку он выиграл. Молодец. Так, на ладью напал, да? Ну, ничего страшного. В принципе, не произошло. Так. Нет, надо бить так. Да, хорошо. Меня тут размотал уже. Ну, давай пока вот так заткнем тебя здесь. А то тут по-другому, иначе только тут пешки потеряем. Так.
придется меняться. Другого я тут не вижу. Позиция, конечно, у меня тут неважная. Только так можно спастись от разгрома полного легкой фигурой. Так, он не хочет. Придется так забрать, попробовать. Все же забрал, да? Ну ладно, давай. Мы тут, наверное, пока подвылезем. Такой тяжелой ситуации. Я бы сказал, крайне тяжелый. Но я бы на его месте пешки пособирал бы. А, решил даже так. Ну, непонятная идея, конечно. Давай попробуем вот сюда. Ага. Боишься, значит? Так, как бы встать-то лучше? Ну, давай пока вот сюда. Сейчас поди, закроют меня здесь. Да, так я и думал. Ну давай, придется сюда размениваться. Так, так, так. Так. Так, ну ладно, проиграл, конечно, я. Не похоже на то, что он тут зявнет. Ну, давайте попробуем, если он прозевает ферзя. Нет, не зевнул. Пам-пам-пам. Давно не играл такое начало. Может, глядишь, что и выйдет. Ну, судя по тому, как человек задумался с таким началом, редко сталкивался. Но это нам на пользу должно пойти. Он решил ударить так. Ну ладно. Ладно, ладно. Мы не, как бы не против здесь. Вот. Срокировался. Вот и молодец. Так.
Шахмат, наверное, хочет. А, хочет напасть. Но закроем вот это поле. То чужой он совсем такой наглый. Вон даже когда пошла возня. Ну ладно, давай попробуем. В принципе, там не все так мрачно. Шахует, да? Так, давай сюда встанем. Вот рокировка запоздала, это, конечно, плохо. Плохо теперь туда фигуру не вернуть. Вот даже как, да? Но тут, конечно, мы вот это... Так, чё он куда? Он шаг сделать не может. Заберем обязательно вот это вот дело. Нам оно здесь крайне... вон она, чё, Михалыч, да? Но тогда придется вот так вставать. На, чё поделаешь-то? Чтоб, не дай бог, тут еще и ферзь не встал. Что это он тут? А, он защищается. Так. Мы играем 10 минут, да? Так. Блять, ну придется брать. Пока не вижу других вариантов. Я еще в минусах. Я проиграл фигуру, да? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. А нет, хотя все вроде норма. А, и коня отыграл, он отыграл у меня. Так. Нам придется вот сюда вставать. Уходить. Вот атаки. Ну, это ясно, мы предвидели. Тут уже, в принципе, рокировка нам... А, пешку забрал, да? Так, ладью надо, наверное, уходить. Так, хотя... Ну давай хрен с тобой сюда встанем. Так. Хрен с тобой, давай вот так вот встанем. Вот там стой. Атаковать, наверное, надо. Сюда пока приткнемся. Немножко неправильно, конечно. Но что ж поделать. Так, ну это... Идея понятна. Сейчас будет поджирать. Ну давай попробуем сожрать. Давай попробуем подсожрать.
Ну, идея тут понятна твоя. Давай сюда. Так. Это не бьется, не бьется. Давай попробуем пойти сюда. Ну давай пойдем сюда. Ну это идея. Давай сюда закроемся. Задумался. Ну давай вот сюда. Так, если мы ша-ша-шахуем, так как бы нам тут выкрутиться-то, да? Давай попробуем сюда. Ну, блядь, сейчас заебёт шахами своими. На, соси. Ёб твою мать. Что ты, блядь, за игрок? Ну иди нахуй отсюда. Ну давай попробуем сюда. А, он хочет разменяться. А у него не получится здесь разменяться. Сука, заебал. На. А, хихуй тебе. Сюда пойдем. Так, придется гаситься. Похлопать надо чуваку на всякий случай. Может, это его обрадует. Ну-ка, смотрим. Пока мы вот так встанем. Так, а сейчас мы делаем так, наверное. Так.
много есть. Смотри, мы делаем шах, закрылся. Ну попробуем. Ну-ка давай вот так. Шах. Ну-ка давай вот так вот. Шах. Ну-ка давай вот так вот. Шах. А, не получается. Ладно. О, да. Маленько я тут не долупил его. Блин, ферзь стоит. Может быть, вернет мне пару ходов. Нога. Надо было, чтобы слона... А, ну здесь хотя конь бы взлетел бы, да? Ладно. Попробовал хотя бы. Но черт есть черт. Не возвращает ходы назад. Я бы вернул бы, посмотрел, как бы он велся дальше. Ну вот, начало, в принципе, стандартное. Ну, давай пока вот сюда. Так, немножко поиграем. Надо было пешку двигать. Да. D4. Что-то не пойму, что делает. А, ёб твою мать. Подожди, не то сделал. Назад сделает, не хочет. Ну чё ты как, чёрт-то, ёб твою мать, ну бля, как так можно вообще играть, я вот его давлюсь, его даюсь, но ошибся человек, чё теперь? Похлопаем, браво. Красавчик просто. Так, ну я этим проиграл началом. Давай поэтому еще раз пятиминутку рубанем. Наверное, будем все же рокироваться. Сюда ставить, да? Нет, туда надо шахнуть. Шахнуть. Вот, это уже хорошо. Давай тогда сюда. Вот, теперь сюда. Коня своего зажал, слона зажал. Что делает? Ну ладно. Как говорится. Попрет атака у него, да? Давай тоже начнем.
слона зажмет, наверное, да? Хотя не должен. Коня тоже не должен. Ну, ситуация опасна, он хочет сюда встать. Васька, ну ты чё такой наивный-то? Вы, блядь, какой плохой ход я сделал. Ну ладно, срочно рокироваться. Все же на коня, да? Давай вот так. Разойдемся с тобой. Почти мирно. Рубанул. Так, кем лучше срубить? Ну, пешкой давай. Блять, все же придется делать рокировку. Все же нет, хотя успеваем мы здесь срокироваться. А, столько съебался. Ну-ка, ладно, давай сюда. Попрям атаковать далее. Не, ну, конечно, здесь продолжим. Ванханалию. Срубил, да? Мне придется, конечно, рубить... Так. Так, если я сюда. Ну ладно, давай попробуем. Он сейчас, наверное, это захочет продвинуть пешку. Вот все правильно. Ну давай, для начала мы вот это безобразие отсюда уберем. Чтобы он тут дальше ничего не пихал. Так, хочет напасть. Ну, во-первых, мы вот это срубим. Сразу, не задумываясь. Так, шах будет, да? Так, шаха не будет. Во-вторых, вот это вот безобразие мы заберем. Вот. Теперь, в принципе, наверное, можем встать вот сюда. Это мало ли, что он тут задумал. Так, ну это ладно. А это пока мы здесь будем пробивать до поля. Так, коняшку мою хочет, да, сожрать? Ну давай пока вот сюда встанем. А, на пешку я так и так теряю, да? Ладно. Ну, велика потеря. 2 минуты. Я по времени веду. Единственная радость,
Шахани. А, блять, мат повез, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как страшно жить становится. Блять, придется вот так вставать. Да. Единственный шанс по времени выиграть. Но шансы уменьшаются. Так. Ну как бы тут выкрутиться? Пусть он думает. Секунд по 30 над каждым ходом. Так, ну мы примерно рассчитывали, что он сейчас ладьи будет сдвигать. Мы пока тогда его погоняем здесь. Слегка. Слегка погоняем. Так, придется... Придется забрать все же. Это безобразие. Пешка. В принципе, не так уж все и мрачно. Хочу сказать я вам. Пешку вот сюда вот подвинем. Но всякий пожарный. Так. У него так тоже там мат подвис. Давай сюда. Сюда. Вот он срубил, да? Так, сюда. Так, так, так. Так, 44 у него, 14. Давай вот сюда. Вот так. Это мы забираем. Это мы забираем сюда. Ну давай сюда. Сюда. Вот. Да, неважно, как все прошло, мягко сказать.